Кузов, Грозный, Дрозденко, Хопрост, 400. Всего было применено 21 цель на всех высотах и всех перечисленных мной типов. Цели имитировали беспилотные летательные аппараты-разведчики, ударные беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, баллистические ракеты, тактические баллистические ракеты и ударную авиацию противника. Задачами группировка справилась. Все цели уничтожены. При этом израсходована 21 зенитно управляемая ракета. И все комплексы подтвердили свою эффективность.